немножко прямо. Ага. Все, спинку ровно. Да. Раз, два, три. Понравилась экспериментия за нее. Круто! Супер чин! Все, готовы? Готов. Раз, два, три! Привет, ребята! Bienvenidos a Español con Kike, ваш любимый преподаватель по испанскому языку. И сегодня я вам хочу показать ледяной город. Это очень классно, уникально, конечно, как для меня, все это увидеть, потому что у нас в Мексике все такого нет. Но я надеюсь, что вам понравится. Это, кстати, будет до 12 января. Мне понравилось. Спасибо. Хорошо. Формулировать. Да. Третий раз отшлифовать, а четвертый раз закрепить. Да, просто еще разные наклоны пытаюсь сделать. Ой. Я имею в виду монтаж. А? А потом монтаж сделать. Конечно, конечно. Ага. Раз. Все. Два. Три. Поехали. Спасибо. Thank you.
конечно, для мексиканцев это очень удивительно видеть, как все можно сделать со льда. Выставка очень классная, на самом деле, есть сейчас России. На самом деле это не так очевидно. Там есть какие-то павильоны в саде, которые мы в последний момент заметили, где вы можете увидеть даже как ледяная квартира. Это очень смешно. Представляете, что нет отопления, наверное, скорее всего, так было. И немного про историю. Там есть Петергоф. Очень классно, ребята. Просто всякие детали есть там на столе. Безначивается это три богатыря. И там просто поросенок и сюда, ну это просто офигенно, так круто и красиво сделали. Ребята, если вы еще не подписывались, пожалуйста, подписывайтесь, мне будет это очень приятно.